Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим очень воздушную вкусную шарлотку. Яблочки для шарлотки я всегда беру кисло-сладкие, чтобы чувствовался приятный контраст яблочной кислинки и сладкого теста. У меня 12 небольших яблочек, но вместо них можно взять 4 средних или 3 очень крупных. Яблоки нужно хорошо помыть, удалить сердцевину и нарезать на маленькие кусочки, 1 на 1 сантиметр или даже чуть меньше. В чаше соединяем 4 крупных яйца, щепотку соли, 1 стакан сахара без горки объемом 250 мл и начинаем взбивать с минимальной скорости миксера, постепенно ее увеличивая. Взбивать нужно примерно 10 минут, как для бисквита, чтобы пирог получился пышным, нежным и воздушным. Масса должна увеличиться в объеме и посветлеть. Ни в коем случае не пропускайте этот момент. Ко взбитым яйцам просеиваем 1 стакан муки, также без горки и также объемом 250 мл. Затем добавляем разрыхлитель, 1 чайную ложку с небольшой горкой. Также я добавляю примерно 1/2 чайной ложки корицы. И на самой низкой скорости миксера смешиваю все ингредиенты. По желанию, вместе с мукой вы можете добавить цедру апельсина или лимона, что тоже хорошо дополняет вкус и аромат шарлотки. И далее добавляем в тесто 3 столовые ложки растительного масла без запаха и 1 столовую ложку майонеза и снова перемешиваем миксером до однородности. Не нужно бояться майонеза в тесте, вкуса его вы не почувствуете, но зато он сделает пирог еще нежнее. В последнюю очередь кладем в тесто нарезанные яблочки и хорошо перемешиваем. Всю массу перекладываем в форму, застеленную бумагой для выпечки. Диаметр моей формы 24 сантиметра. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 40-45 минут на уровне чуть ниже среднего без конвекции. Готовность шарлотки проверяем деревянной шпажкой. Если она выходит чистой с еле заметной влажностью от яблок, значит она уже готова. Пирог я остужаю прямо в форме в перевернутом виде. Будьте очень аккуратны, когда будете доставать пирог и снимать бумагу для выпечки. Он очень воздушный и его легко повредить. Еще слегка теплую шарлотку я посыпаю сахарной пудрой. Не могу не сказать о том, что этот пирог очень любят в нашей семье, разлетается он практически моментально, и поэтому я, как правило, готовлю двойную порцию, только добавляю чуть меньше сахара и половину муки заменяю на цельнозерновую. И на большом противне за счет своей площади выпекается она чуть быстрее, минут 30-35. Пропорции для такого варианта я тоже в описании оставлю, а процесс приготовления абсолютно тот же самый. Обязательно попробуйте приготовить шарлотку по моему рецепту, я уверена, что она превзойдет все ваши ожидания. А я желаю вам хорошего настроения и удачи на кухне, у вас обязательно все получится. Пока!